И он в Матч за свои ворота чемпионство. бежит на с мячом. И Серега такой. Гоните его в шею лучше сейчас, чтобы я потом не расстраивался. Пиздец, я каким-то себя этим, блядь, туберкулезником чувствую с этим кашлем, блядь. Ой. Надо купить, короче, в следующий раз, короче, замотаю. Я, короче, все свое лицо замотаю бинтом и сделаю, короче, такие прорези для глаз, чтобы дышать, короче, через марлю. Купи себе респиратор. Отошел, отошел. Респиратор беспонтовый, Саня, вообще не Игорь, помогает. Иди сделай ПЗ, а то ты гонять никого не будешь по флангу. А я не хотел гонять по флангу, мы вообще защитно играть. А, понял. Я недавно начал играть. Это видно. В том же духе. Ну, молодец. Это видно. Скоро 17. Опять. Позиции зам. Прям самая та. Можно в чат, в общем, в нашем. А лучше сказать, лучше напиши, есть ли ВКонтакте или нет. Да. Он напишет 52 и какая-нибудь там, блядь, эти, знаешь... Какой-нибудь остров мирный, который, блядь, находится ебать где вообще, короче, там на вертолете надо сутки лететь, чтобы туда попасть. Сижу с аккаунта внука, блядь, Андрей Лавриненко. Да-да-да-да-да. Леонид Егорович Лавриненко. Лавриненко, блядь. Точно, ебать. Хоть и кого вспомнил. 16. Нормально. Ну как нам? Нормально. Как нам два раза вышло. Агентов это кто? Это Скитлс, что ли? 16. Тебе 13? Ну, осталось. Ты материшься, блядь, как старая бабка. А ты еще говоришь, что тебе 13 лет. А. Он в колонии сидел 3 года. Где ты, блядь, сидевший? Дома. В Питере в крестах чалился тут. Треугольника. Блин, а что они оставили бы, как звать его, надо было узнать. Знаю, где ты чалился. У бабули на даче, когда тебе было 8 лет, блядь. Думал, как бы сбежать оттуда. Из огорода, блядь. Кормила? У меня у бабули был огород, ебать, 18 соток, и она его весь перепахивала. Там что только не росло, блядь. Начиная от клубники и заканчивая облепихой, картошкой, бобы, блядь, бошками. Бошки в лесу росли. Гровер такая, бабушка Гровер, блядь. Я помню, Игорь, когда ты... нам было 14. Да, да. Я бы сейчас каждое лето водил в деревню. Где растут бошки? Ты бы переехал, наверное, в деревню. Построил бы себе домик там где-нибудь, блядь, на отшибе. Глышом. Да на каком на отшибе? Прям по поле, где бошки растут. Ну да, на поле, да. Собирал бы. Поставил бы там около дома такой котелок, развел бы под ним костер, блядь. И ебашил бы круглые сутки, там нет откаса. Слушай, Паша, это неплохой бизнес. Ты не знаешь, где бошки растут? Да. Да ну нахуй, нет, ты чё? Я помню, мне было 14 лет, мы, короче, были, блядь. Почему у нас в городе, в Екатеринбурге, тут где-то так, ребята, лесок. Снимали, блядь, стрим. У нас же это, да, целый пакет. Да вообще похер. Набрали, короче, пакет, огромную сумку, короче, огромную сумку траву нарвали и шли с ней по городу. Сейчас понимаешь, что если бы нас не поймали, нам было бы вообще. Король Игорь, у нас проблема вообще. Вижу. Осоки нарвали. Форму поменяй. Как зовут? Блять, дайте написать. Его зовут Стик. Сережа. Стик Уилл. Наверное, Стас. Сережа, 13. Мне кажется, это Михаил. Мне 13 годиков. Я думаю, Валера. Не, его зовут Олег. Не-не-не, Валера и Олег, это вы уже стебете, чувака, нет. Я просто пытаюсь реально, а вы уже вот, стебете. Вот, а ты не слушай? Нет. Ну тогда получится, что я его застебал. Его Олег перезовут. А, там посмотрел.
Там не написано. Он мне прислал, его спросил. Профиль же можно. Как зовут? Олег? Олег, Олег. Ну что, засосали пип? Поменяй форму. Майор Ванга, блядь. На голубую поменяй. Майор Ванга. А почему? Потому что у него в теге написано именно О, так может он Онуфрий. О, как ей, блядь. Блядь, Игорь, что тебе... Орландо Блум. Игорь, скажи, тебе и женщины нравятся? Почему? Да какого хуя ты формы ветеранские ставишь? Формы... Нормально, форма. Да, кстати... Да такое ощущение, что в форме, конечно, сразу найдет. С какими-нибудь ветеранами будем играть. Там сейчас такие же, блядь, песок сыпется из джойстика, блядь, как зайдут. Еще знаешь, с джойстиком от 360... бокса, блядь, перепаяли и ебать нахуй. Причем такие, знаешь, поломанные вместо стиков вот этих вот такие, нахуй, гвозди торчат. Да, да, да. Конечно. С кем играет? Дополнительно. С Тугали. Ты у Эдика спрашиваешь? Эдик сейчас тебе подскажет. Эдик, да? Эдик, на кого ставить? Эдик вам. С другой стороны, французы с ним играют. Да. Ебать, блядь. Должен быть финал и матч за третье место, а никак не два полуфинала, блядь. А в финале Португалия и Германия. Не, Франция. Финал будет Германия, Уэльс. Уэльс. Уэльс, Германия. Уэльс, Франция. Обязательно. Вот ты же его потерял. А если нет? Да-да-да, причем я могу продиктовать его номер, записывать. 922-121-61. Как еще раз? 922-121-21. Там товарняк, не с кем сыграть? Давайте уничтожим Вайтиш, чтобы найдем, я пошел нет. Спать в хорошем настроении. Человек реально зовут Олег? Да, Олег его зовут. Да, Олег. Это просто дикий лол. Почему? Игорь. Потому что теперь майор реальная Ванга. Так, ну, Вайтбирс не играет. Ты Вангетка. Ванга, блядь. Нет. Так Игорь не отдает капитана, найти не может, и все равно и отдает. Все, тихо. Боря там... Скричались. Боря кнопки будет жать нормально. Боря, запускай. Только выключи все. Вот он не нахуй. Падение по количеству не стоит. Да я вообще все выключил, все равно не нахуй. Ебать, люди, которые заходят нам на стрим, сейчас просто охуевают. Мы тут сидим просто пиздим, что за стрим, блядь. Так это стрим, это как гейминг толкинг шоу. Боря, у нас на стриме есть народ? Заходит нам на стрим. Ни одного. На стриме. Понятно. Не, на самом деле три человека. Надо заняться раскруткой канала. Нам, короче, надо Дибона туда в команду. Не-не-не, спасибо. Че? Боря зарешал. Спасибо, Боря, за победу. Можно, кстати, еще в таких случаях региону клуба поменять. С Восточной Европы на Центральную Европу, например. Тоже канает. Кстати, другие команды будут искаться, когда, знаешь, со всеми переиграл. Ебать. Вот потеря. Угу. Да народу много, наверное, просто. Это что-то, блять, столько всякой херни появилось, блять. КТР, СОС, САНы, блять, какой-то ФЛВА, блять. И ФВПА, ВФА, ВФЛ, ЕПЛ, блять, ПЛФЛ какой-то, блять. Борь, защиту только поставь, чтобы мой не убегал. Да, у них один вылетел, по-моему. Да, правый защитник. Не было. Не, белый.
Подающий. А, нету. Левый. Короче, бот. Черный. Вот назад, может. Подожди, у них вся команда в черном. Эдик, назад, кинь. Левый нападающий, не подумал. Ебать, блядь. Как вас различать? Все какое-то одинаковое. Блядь. Лошара, блядь. Я люблю тебя, Вадим. Че ты, блядь, обрабатываешь этот, блядь? А Эдик, видимо, не любит Вадима. Ебать, это было опасно. За всех что играет, да? Нет, нет. Санчо Панчо? Нет, он не играет за всех. Сейчас увидишь. Ля, он не играл правым, короче, защитником. Левым защитником. Буфон. Обратно? Хер, обратно. Я даже даю пати. Блин, я же могу понять, своим я дал или чужим, блять. Бирюзовому дал. Чите ближе. А, хорош. Блять. Перехватывают, перехватывают, не надо. Это перехваты просто. Вы тут ничего не сделаете. Ничего не сделаешь, блядь. Если вверх не кинуть, его ничего не перехватит. Хорош. Хорош, пас. Пас такие проходят, если будут защитники. Хорош. Умничка. Я их чуть не отобрал. Ну, бой. Борь, напасть надо. Ну да, такие, блядь. Бело-синие, сука. Это нормально, конечно. Это да. Первый матч-то? Первый матч? Ну это вообще жесть какая-то. У них уже два бота. Хорош. Да вверх, блядь, даю, блядь, хуя. Ой, Эдик. Сука, форм, блядь, все сливается. Нет, Алис, не сливал. Сром забег сразу. Блядь. Ну как он там? У тебя там что, кнопки что ли залипли какие-то, блин? Сблизи же стоит. Я люблю тебя, Боря, и была бы моя воля. Да. Я б за твой YouTube канал все на свете бы отдал. Игорь, сука. Ребят, все далеко убегаете. Ну так а ты куда? Я был назад. И только Павлик, ладнокровно. Все от мяча бежите, надо к мячу бежать. Сука, просто вообще. Ладно, хороший. Павлик. Ворот стоп, не перехватили. Неочевидный пас был туда, вот по флангу, блин. Центр. Сандр, вот нахуя я открываюсь, если ты, блядь, не отдаешь? Я не критикую, я задаю вопрос. Это какой дивизион? Просто показываешь, что ты открыт. Ты открыт.